Недооценили соперника. В минувшие выходные на Саровском льду встретились лидеры и аутсайдеры турнирной таблицы. Хоккейный клуб «Саров» принял на своем льду команду «Урень». Исход игры был для большинства предсказуем. Многие болельщики предсказывали победу «Сарова». Но с первых минут игры ХК «Урень» взял инициативу в свои руки и отправил две шайбы в ворота «Сарова». На перерыв ушли со счетом 0-2. В принципе, игра была равна. То есть где-то мы повели в начале, там первый период две забили. Во втором немножко подсели, пропустили и до конца, в общем, боролись. Команда молодцы, боролись до конца. Здесь достаточно много ходит народу, приятно играть при полных почти трибунах, когда чувствуется даже поддержка, допустим, соперника. Классно. Во втором периоде наша команда подтвердила статус лидеров турнира и отправила в ворота Урени сразу 4 безответные шайбы. Ответить противник смог только в третьем периоде. В финале игры соперники обменялись шайбами и завершили матч со счетом 5-3. Зрелищные голы, накал страстей и непредсказуемая развязка. Каждая игра нашей команды была для болельщиков запоминающейся. Впереди плей-офф, и им как никогда нужна наша поддержка. Уважаемые болельщики, приходите на плей-офф, поддержите нас, мы будем стараться победить снова, чтобы «Сарок» было первым местом. Место встречи – Ледовый дворец. Время – 13 часов. Уже в эту субботу хоккейный клуб «Саров» скрестит клюшки с командой «Старт» и «Станшаева» в рамках плей-офф. Не пропустите. Прямая трансляция игры будет идти в группах канала «16» в социальной сети ВКонтакте. Для зрителей старше 12 лет.